В администрации Северского района прошло очередное расширенное планерное совещание под председательством главы муниципалитета Андрея Дорошевского. Главный вопрос повестки – подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов. В районе 573 многоквартирных жилых дома, 177 из них с центральным отоплением. О том, какая работа проделана перед стартом отопительного сезона, рассказали в своих докладах руководители управляющих компаний. На территории района у нас работает 11 управляющих организаций. Соответственно, в начале года данными организациями были подготовлены планы подготовки к отопительному сезону, предоставлены мероприятия с соответствующими финансовыми средствами. На сегодняшний день план выполнен на 87%. Есть еще работы, которые находятся в стадии завершения, и данные объемы работ находятся у нас на контроле. В ближайшее время необходимо завершить промывку и опрессовку систем отопления там, где этого еще не успели сделать. Особое внимание уделят домам с непосредственным способом управления. Глава района отметил, что все подготовительные работы должны быть не только завершены к 1 октября, но и проведены контрольные топки. Управлению по координации ЖКХ дано указание подготовить план выездных проверок по готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. Пойдем в подвал и посмотрим, что было сделано. Выборочно сделаем выходы в любое из поселений. На выбор несколько шли домой. Кроме того, на планерном совещании обсудили состояние дорожного сервиса на территории района, а заместитель начальника управления по вопросам семьи и детства Юлия Кахраманова рассказала о работе по сопровождению лиц из числа детей-сирот, получивших в пользование квартиры в муниципальном жилом фонде. На сегодняшний день это 215 человек. С нанимателями проводятся встречи, оказываются различные виды помощи, в том числе и покупка необходимой мебели в квартиры или школьных принадлежностей детям.